добрались даже до самых удаленных уголков региона. Гости 11-го Забайкальского международного кинофестиваля побывали в селе Нерчинский завод. При поддержке Быстринского ГОКа в Доме культуры прошел спектакль «Пятое время года. Любовь». На сцену вышли заслуженные артистки России Ольга Кабо и Нина Шацкая. Как встретила их публика, расскажет Маргарита Гуроева. Встречали долгожданных гостей, как полагается, хлебом и солью. Угощайтесь. Спасибо большое. Для жителей Нерчинского завода приезд Ольги Кабо и Нины Шацкой стал настоящим подарком. На спектакль пришли от мала до велика. Приехали сюда с детьми. Ребенок был очень рад услышать о том, что будет концерт. И как бы весь день просила меня, когда мы поедем. А сейчас дорогой нарвала вот такой вот букетик и хочет вручить сама лично. Приезд таких гостей для нас, конечно, большая радость, неожиданность. На моей памяти это вообще первый раз, когда такого уровня артисты приезжают в нашу глубинку. Мы рады, конечно, их встречать здесь и будем надеяться, что они подарят нам новые творческие какие-то свои проекты. И подарили. Привезли заслуженные артистки России литературно-музыкальный спектакль «Пятое время года. Любовь», в котором собраны самые любимые и известные произведения. «Музыка любви», «Я помню ночь», «Зимнее утро», «Я научилась мудро жить» и другие. Твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они такие. Любовь может спасти мир, поэтому и спектакль подобран на эту тему, а передают это высшее чувство его героини через времена года. И на протяжении всего выступления Ольга Кабо и Нина Шацкая меняли образы под стать сезоном года. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Каждое исполнение произведений зрители слушали сосредоточенно, стараясь не пропустить ни слова, будто они перемещаются в то время, о котором рассказывали артистки. Зал слушал нас, затаив дыхание. Мы обычно просим, чтобы не аплодировали между нашими номерами. И казалось, что вот слышно каждое дыхание. Спасибо большое такой замечательной публике. А еще просто мы приехали первый раз в этот Дом культуры, а такое ощущение, что мы уже много-много раз здесь бывали, потому что нас встретили с такой душой, с таким сердцем, с такой любовью, поэтому спасибо большое. Завершился творческий вечер раздачи автографов и памятными фотографиями с артистами, а также при поддержке Быстринского ГОКа творческие встречи прошли в Газимурском заводе и на производственной площадке. Маргарита Гуроева, Георгий Новожилов, Вести, Чита.